Спросите себя, что вы знаете о Первой мировой войне. Наверняка большинство людей, особенно из молодого поколения, затруднится ответить на этот вопрос. Именно для просвещения граждан и пробуждения в них чувства гордости за прошлое России была создана выставка «Непосторонняя война». На территории России даже нет места, где положить цветы в память почти 3 миллионов русских солдат, погибших в той войне. В обществе растет осознание, что компьютерами и камерами мы мало что достигнем. Это поддержка, безусловно, но дух нации, морально-нравственный климат, он зависит именно от культуры. В странах Европы отмечается праздник 11 ноября, день подписания мирного договора между Антантой и Тройственным Союзом. И вот с недавних пор в России появилась своя праздная дата – 1 августа, день, когда Германия объявила войну Российской империи. 3 года назад мне на мою инициативу был ответ такой – не актуально. Но вот после разговора с президентом сразу же пошла позитивная реакция. Я убедил всех, что меня поддержали все научные круги, что памятной датой для России должен быть день 1 августа. В рамках проекта восстанавливаются захоронения русских солдат в Белграде и Сербии, а также воинские мемориалы Первой мировой войны в Карпатах и на Западной Украине. Работы планируют закончить к августу следующего года. Тимур Аршинов, Лев Белков, Я Новости.